Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, и мы пришли на игру 5 ночей с Тимохой 2. Наконец-то мы до нее добрались. В прошлой части, первой части, которую я прошел, получается как? Тимоха был словлен, приехали полицаи, дедушка, и нас спасли, да? А мы нажмем новая игра, ночь 1, кастом ночь. Ну давайте попробуем. Начать новую игру. Начать. Так. Под собаки на кормление пирожком продолжается. Не успел дочитать. Ё-моё, да чё ж так быстро-то? Хоть бы какая-то... Этих страшных 5 ночей мне удалось сбежать. Так, сбежал. Приехал к дедушке в деревню. Ага, деревня называется часть, да? Вторая часть деревни. Ну, дедушки почему-то я здесь не обнаружил. Но зато я обнаружил телефонный звонок. Надо ответить. Наверное, дедушка мне оставил какое-то послание. Дедуля, ты где? Рыжочек, мне удалось сбежать. Я уже еду за тобой к тебе в деревню. Быстренько открывай ротик. Смотри, какой вкусный пирожок. Озвучка получше стала, да? А мне напоминает одного Черт, стримера голос. Нужно быстро расставить камеры и подготовить компьютер. Подготовить компьютер. Компьютер! Наступает ночь. Просыпается мафия. Блин, ничего не понимаю. Как играть? Кнопочка. Алло, это снова дедушка. О, чёрт, прости меня, внучек. Не получилось мне тебя забрать. И предупредить не получилось. Ведь Тимон, мука. Он же на хвост тебе... Дрова, сел. Дрова. А, ну, я тебе успел подготовить оборудование. Так. Чтобы ты мог обороняться от него. Обороняться? Прячься в мой дедовский подвал. А дрова? Огурчики и водичка. Нет дров. Водичкой нужно поить Тимоху. Поить? Огурчиками травить, чтобы он срался в туалете. Вот такие вот дела. Травить огурчиками. А, не забывай печь пирожки в моей деревенской печке. Я тебе приготовил полено, чтобы ты дров-то рубил. Колоть дрова. Ну, внучек, пока. Я постараюсь как можно быстрее тебе прийти на помощь. Голод Тимохи. Вверх. Компик. Ого, сколько камер. А где я? Тут 10. Ого. Прикольно, да? По-новому сделано все. Вот там что написано. Продаю телефоны. Тут дом продает. А где он? Ты? Смазать петли. Там было. Побежал туда. На четвертую? На шестую? Не, подожди. Как играть? Фиг его знает. А что назад? Погреб! Ух ты! Прикол! Классно! Надо в погреб лезть, когда... А, взять пирожки. А где огурцы, которыми... Чтобы он обсирался? Может, нет? А вода? Подожди, есть какая-то вода? Жажда Тимохи. А где мне воду взять? Колоть. Как играть? Цель игры выжить до 6 утра. Для этого вам необходимо 1. Колоть дрова и топить печку. Лепить и выпекать пирожки, затем собирать их. В подвале набирать воду. Брать огурец. Ловить Тимоху на камерах, затем кормить и поить его. Ловить на камерах, кормить, поить его. Если Тимоха приблизится к вам, то нужно прятаться в подвал. 6. Важно. На второй ночи в окне будет появляться Гена. Какой-то Гена новый. Нужно вовремя светить на него, чтобы спугнуть от окна. Удачи. Как светить? Ага, лайт есть. Так, я хочу в погреб глянуть, где там вода. Вода. Прикол, набираю воду. Максимум. А где огурчик? Огурчик. Все, один взял. Вылазим. Еще вылазим. Круто, круто. Мне нравится. Мне нравится эта часть. Это уже с первых. Столько механик прикольных. Столько надо всего собирать. О, вот он. Как кормить? Как кормить? Как кормить? О, кормить. Поить. Рыгает он четко. Нет, прикольная часть. Прикольная, прикольная, что ни говори. Часть офигенская.
Так, на первой ночью в окошке там, как сказали, никто не появится. Сколько у меня пирожков? Два. В принципе, может быть, мы пройдем. Может быть. Но голод большой у него. Очень. Очень большой голод. О, вот он. Как? Почему не могу сейчас кормить? Кам один. О, сейчас могу. Подкормили. Дрова я наколол. Наколол. Давайте испечем. Может быть, я первую ночь пройду, и он даже ни разу на меня не нападет. Я не знаю, ролик снимать, на одну ночь один ролик снимать или как? Ну, может, я сейчас не пройду быстро. А может, и пройду. Так, ну, 5 пирожечков запек. Запихнул. А дров нету, блин. Сколько нужно дров, чтобы пирожочков запечь? Хватит их? Ну, я надеюсь. У меня просто... Могу его еще отравить, кстати. Это что такое? Смазать петли. Чтобы не скрипели. Если слово, что никому не скажешь... Поить. А если я его отравлю, он обосрется. Сейчас я его отравлю, подожди. А давайте его отравим, попробуем. И где он срать будет сейчас? Обосрался, братенчик. Срет, смотри. Вот это он просрался. Срет нормально, нормально. Он, походу, долго будет срать там. Так, иду за пирожками нормальными. Нормальджанскими. Берем. Сколько, 5 пирожечков намутил. Где он? Кормить. 6-я. Открытый туалет. Петли. Где он? О. Закормил, пацана, закормил. Так, 6-я, 8-я, что ли? 4-я. Я ведь закормил его, куда он делся? Петли. 7. Напоил. Так, тут может на 8-ю переместиться, либо на 6-ю. О, 6-й сдрыснул. На 7-ю опять, вот он. У меня один пирожочек. Не буду его тратить. Не буду тратить специально. Не, ну первая ночь простая. Бежит на 8-ю. Петли. На 7-ю. Последний пирожок. 6М. Я прошел первую ночь вообще просто. Но это чисто знакомство с игрой у нас получается. Я думаю, что он не успеет до меня добраться. Петли. Пирожки даже больше... Подпою даже. Рыгает он, конечно, громко. Качественно. Знаете, в первой части чувствовалось, что такая немножко... О, прошел. В первой части чувствовалась немножко такая, как будто со звуками обрывалась, как будто недоработка была. А во второй части, да. Прошел. Прошел вторую часть. Значит, прошел, вернее, первый уровень, первую ночь второй части. И этот, короче, будет этот вот, по которого говорили на второй ночи. Давайте чисто посмотрим, но проходить явное дело я не буду ее, наверное. Чисто чуть-чуть погляжу, как оно. Так, послушаем. Вторая ночь. Так. Мать, тебе кофе с коньяком? Без. Без коньяка? Без кофе. Тише, я вообще тонночку своему звоню. Алло, дружок, послушай, короче, такие дела, я к тебе Кену отправил, он должен прийти к тебе и помочь спастись от... Дрова, 32. Все, мне тут некогда, давай пока, короче. Печь. Короче, коньяк глушит, деда. Еще кто-то звонит. Алло, дружок, слушай, это я, деду. Я тебя как-то кормил пирожком. И у меня есть для тебя булочка с сосиской. Чай, бутерброд. Боже, какая звучка офигенная. Мне это нравится. Васини... Опа, я нашел. Что-то написано на... Вкусный пирожочек экзе. Вот он! Пугать твоей лампой надо. Я его спугнул.
Булочка с сосискою, чай с бутерброд. Озвучка. Я куплю тебе мороженое. Офигеть, озвучка, мне очень нравится. Очень нравится. Взять. Так, дрова есть еще. У меня 7 пирожков, только жажду. 7, раз, два. Надо ныкаться, оп. Оп. Вода. Набираем воду. А может сейчас и вторую часть, пройду вторую ночь, слушайте. Булочка с сосискою. Огурчик. Один. Один только можно взять. Я не должен был нажимать! Зачем я вышел? На самом деле я вышел специально. Ну, скорее всего, да, мы должны были там сидеть. Пока он бегал, мы должны были там сидеть внизу. Но я так как бы и заодно проверил, какой скример. Топ-10 TikTok YouTube. Вот так вот. Короче, прикольная часть. Я реально приятно удивлен, что она намного лучше сделана, чем первая. Даже тут какие-то шрифты, по-моему, поинтереснее. Кастом ночь, магазин скинов. А магазин скинов тот же остался, да, не добавили новых скинов, такие, какие были все. Но в целом, прикольно. Нажми смотри, на меня. Смотри, какой вкусный пирожок. Прикольная игра. Смотри, какой... Буду проходить и буду ждать третью часть, и там какой-то еще побег, буду это все отслеживать, эту игру. Но вообще, в целом, то, что озвучка и то, что улучшенные какие-то новые механики появились, карта прикольная такая, длинная. Что он бежит по селу типа к тебе. Ну, все, в общем, прикольно. Мне понравилась эта часть. Больше, чем первая пока что. А настройки что? Качество графики среднее очень отличное. А, я мог график повыше оставить. Надо было в следующий раз будем играть на отличной. Все, спасибо всем за просмотр. Ролик, надеюсь, вам понравился. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.